Девочки, не спится. Хочу варенье приготовить завтра. На ночь вот. Один апельсин вместе с цедрой, с косточками. Два лимона, одно яблоко и корень свежий имбирь. Немножко подготовлю. Вот так вот. Вот так вот. Засыплю сейчас. Сахаром засыплю. Ну-ка. Машинка стирается. Хожу, девочки, смотрю. Слизни-то вот эти и улитки. Ни одной нету, девочки. Вот сейчас покажу вам. Ну все, думаю, хватит. Хватит, девочки, да? Утром добавлю. Или сейчас добавить. Палочку можно добавить корицы. Ну, корица к осени, не знаю. И можно добавить, девочки, гвоздичку. Сейчас, девочки. Гвоздичку тоже добавим. Что еще добавить сюда? Один лавровый лист можно добавить. Лавровый лист, куркумы можно добавить. Куркума можно добавить, девочки, еще. Что еще добавим? И перчика добавим. Была бы тыква. Лучше, конечно, горошком перчик, но у меня его нету. Сейчас открою баночку. Чуток добавим. Все. Если сока будет мало, посмотрим. Можно будет водички долить. Покипит. Это же я не на зиму делаю. Так. И сразу съем. Хлебушком буду макать на гренку горячую. Потрясающе. Можно блендеровать будет. Я люблю, конечно, блендеровать. Ну, посмотрим. Можно, девочки, даже красный перчик положить. Тыквы не хватает. Балкаба. Тыкву, девочки, я тоже люблю. Я бы добавила. У меня где-то на канале, девочки, есть такой рецепт. Вкусно. Вкусно, девочки. Вот пусть оно постоит вот здесь. На ночь. Крышка надо закрыть. А утром поварим. Вот это можно покушать еще. Вот, девочки, у нас, видите, 12 часов ночи. Девочки, в это время они уже все вот здесь были. А это даже, смотрите, а, вот лежит один. Буквально полчаса назад его здесь не было. Один прискакал. Один, девочки, прискакал. Огромный такой. А улиток йог. Улиток нету, девочки. Я вот так вот все побрызгала, побрызгала. Ну, рассыпала. Курица упала. И заяц упал. А что случилось? Я не поняла. А что случилось?
Девочки, ну-ка. Блин, не одевается. И заяц упал, и курица упала. А что такое? Боюсь. Там никого нету. Пшт. Я боюсь. Кем сыёкма? А что же она упала-то? Все нормально же было, стояла. Ой, блин, девочки. Не было. Блин, я же боюсь. Как кто-нибудь сейчас выскочит тут. Девочки. Вон, видите? Цикламенчик-то. А вон она. Иди отсюда. Блин. Девочки, вот вам салангёс, блин. Маски делайте бесплатно. Бесплатно, девочки, маски вам. Иди отсюда. Больше нету здесь, девочки. Не вижу никаких. Ни улиток, ничего не вижу. Ну, без очков же я еще. Не знаю. Никого нету. Ладно, туда не пойду. Боюсь туда идти, девочки. Не знаю, как он сюда пробрался. Но там ничего нету. А вон там тоже есть один. Может, они как-то оттуда, но я там тоже посыпала. В общем, девочки, не знаю, как они пробираются. Как они ходят. Не знаю. Девочки, 10 часов утра. С 8 марта вас. Муж на террасе сидит. Если честно, он, наверное, и забыл, что сегодня 8 марта. Пойду сейчас намекну. Как здесь девочки наши тыртыльчики с вами поживают? Девочки, поздравляю вас с 8 марта. Дождь на улице, девочки, холодно так. О, смотрите, все мокро. Да, любименька, все-таки помогают мои вот эти вот крылымыровы, как говорится. Не было никаких этих тыртыльчиков-то. Надо махмудика купить, намешать и вот так вот хоть 2-3 раза в неделю посыпать. Ну вот сейчас дождь, все смыло. А если бы сухая погода бы стояла, оно бы... И на сегодня на ночь хватило. Сегодня, наверное, ночью полезут. Все же смыло. Че, кофе сварю тебе на 8 марта? Нет? Сейчас муж пойдет. С друзьями 8 марта справлять. Не, девочки, я же вам говорила, что у него дела будут на 8 марта. Я уже свои все подарки на 8 марта, девочки, получила. У нас нету такого. Это если я когда-то... Настроение у меня не ахти. И я начинаю. Вот, 8 марта, ты даже мне цветочки не подаришь. У нас нету такого. На 8 марта надо тебе цветочки. У нас на день рождения это цветочки через... Раз в пятилетку. Девочки, ну чё... Подолью-ка я, наверное, еще водички. Может, чай заварю, девочки. А я кофе хочу попить. Вот так вот подолью.
водички. Скипятим. Это же мы на зиму не делаем варенье. Кипятим сейчас его. Поварим слегка. Как сварятся апельсины и лимоны, так и буду есть. Ну, минут 20-то, наверное, будут вариться. Посмотрю, консистенция какая будет водички. Девочки, какую красивую, смотрите, романтик достала. Какая красивая у меня тарелочка, видите? Блюдечко. И чашечка для кофе. Чей это порселен? Ой, я не прочитаю. Вот, девочки, смотрите сами, чей это порселен. Какой-то иностранный порселен. Не знаю даже, чей это порселен. Девочки. Ногти-то, господи. Ногти-то какие страшные у меня. Девочки, сейчас греночку себе пожарю. Вареницем. И с кофейком. Вот лучше, наилучшее с утречка. Вот вам и подарок на 8 марта. Себе любимый. А у вас, девочки, какие подарки? Пишите, девочки, что вам подарили. Я буду завидовать молча. Ну, худ мы, девочки, на ночь замачивали. Суди. Надо переложить теперь в этот мешочек. Вот муж работает. Может, двойной мешок что-то сделать. И в морозилку засунуть. Пусть. Ой, какой запах, девочки, какие ароматы. Ароматы прям божественные. Ароматы божественные. Пусть, наверное, вот так делается. Сейчас греночки себе пожарим. Ну, путик. Сейчас в морозилку положим. Замоченный на ночь. Потом надо будет варить. Я, девочки, вот так решила. Прям бутербродно-сливочное масло положить сковородочку. Сейчас засунем наши греночки вот так вот прям. Будет отлично. А цвет такой, девочки, потрясающий. Смотрите, ложка даже красивого цвета. Запах, аромат. Просто божественный. Девочки, смотрите, какой цвет. Янтарь. Девочки, надо попробовать. Ой, какой вкус, девочки, потрясающий вкус. Прямо специи. Очень вкусно, девочки. Сейчас поджарю. Thank you.
ходить будет. Вкусы, девочки, божественные. Чайки. Чайк тоже сегодня 8 марта, девочки. Божественно, девочки. Ой, как вкусно, девочки. Марта вас, девочки. Вкусная вареница-то. Оно сейчас еще там, я его выключила, огонек. Постоит. В себя придет. Это так, на скорую руку. Ну так, утром на гриночку. Вкусночек. Будьте здоровы, красивы, счастливы, добры. Очень, девочки, вкусно. Девочки, янтарь, чистый янтарь. Такой цвет шикарный. А вкус божественный. Столько здесь специй. Сочетание различное. Но то, что восточный вкус, это однозначно. Девочки, очень вкусно. Мне здесь не хватает только тыквы. Тыквы очень не хватает мне. А так все вкусно, очень. Вот это перчик, лаврушечка о себе дает знать. Девочки, очень вкусно. Приятного аппетита. С 8 марта вас, девочки. Девочки, я прям так рада, достала свои пиалушечки-то. Лимон, имбирь. Прям, девочки, потрясающие, смотрите. Смотрите, девочки. Прям чудеса. Чудеса, девочки. Ваше здоровье. После кофе, девочки, воду. Прям хочется самой пить водички. На улице дождь. Сегодня
Вот в данный момент плюс 15 показывает. Ну, дождь шпарит. Такой миленький. Но шпарит. И солнышка нету. А чайки кричат. Наверное, 8 марта тоже празднуют. С праздником вас, девочки. Девочки, я вообще забыла, что она у меня есть. Я вот сейчас там вещами. Вещами, девочки, может, у меня тут гнездо сзади. Занимаюсь вещами, перебираю. Столько много интересного нашла. Сейчас покажу. Хочется чай пить. Не чай, а воды с лимоном и с имбирем. Пить после кофе хочется. Чайки так много кричат на улице. 8 марта, наверное, празднуют. Плюс 15, но дожди. Девочки, я даже не знала. Смотрите. Я же говорю, вот вещами сейчас занимаюсь. Гнездо тут у меня нет. Нет, вроде. Девочки, смотрите. Разрезы по бокам. Карманы. А я, девочки, весь тренд Йол перерыла. Вайкики, де-факто, Амазон. Хочу вот такую жилетку. Оказывается, она у меня же есть. Девочки, я забыла. Знаете почему? И вот костюмчик еще. Вот этот розовый. Я это купила, когда... В тот период, когда я купила... И буквально на следующий день Баба Джинка у нас умер. И поэтому я вообще забыла про это все. Вот сейчас вещи перебираю, опять повытаскивала все. Что гладить, что в стирку. В общем, девочки, отличная жилеточка. Жилеточка у меня такая, девочки, прекрасная. Смотрите. Вот оторвала. На тренд Йоли же я это покупала. Костюмчик-то. Ну, не знаю, что это я его купила. Почему. И не мерила еще даже. Штаники я простернула. Я это помню. А вот это даже не мерила. Ну-ка, девочки, померить надо. Ну вот... Решила вот такие вот одеть. Вот и носочки. Такие вот будут у меня. Как вам? Как вам, девочки? Сейчас покажу. Ой, сейчас покажу. Вот, девочки, допустим. Дурацкий вид. Допустим, вот 8 марта собралась с мужем, не знаю куда, магазин. Не, девочки, он со мной так в магазин не пойдет, вы что? Девочки, не знаю. Платка не хватает на голове под цвета якобы. Ну, допустим, да, вот сумочка, допустим. Ну-ка, у мужа сейчас спрошу, что скажет. Любименька, как тебе мой вид? Ржет. Хорошо, говорят, что делать? Девочки, и сережки же можно тоже одеть. Ну ладно, допустим. Пришла в ресторан. Девочки, в ресторане. Девочки,
Я пришла в ресторан. Вот. Бантик здесь, видите? Девочки, я не могу на каблуках. Вы забыли. Девочки, как там? Шик-модерн сзади, все хорошо. Не, сюда кроссовки не идут. Тогда штаны какие-то другие надо. Я как полечу. Ну-ка, девочки. Бусики у бабусики, все. Все у бабусики, девочки, все. Усю вар. Ну-ка, пойду мужу покажу. Любименька. А вот так как? В ресторан собралась. Ну, например, месали. Дешевая, говорит, одежда, нафиг она тебе нужна. Девочки, я это буду на бахче. Буду. У меня на бахче будет свой ресторан. Муж вот сделает. Девочки, я вот так вот возьму сумочку, кроссовочки. Выйду и буду. Платок тогда надо, девочки, завязать. Сейчас. Девочки, вот нашла, смотрите, какие красивые у меня есть, оказывается. Надо почаще по шкафам лазить. Какую красоту. Красоту-то, девочки, какую я нашла. О, девочки. Обалдеть, как вам показать-то? Вы поняли, у меня что есть? Девочки, шовар у меня. Я балдю. Это мне это Неше Фико подарила. Турчанка-то. У нее тоже такая была. Немножко орнамент другой был. Вот вам, девочки. Турецкая тюбетейка, можно сказать. Со слонами, девочки. Ой, красиво. Между прочим, девочки, ну-ка. Девочки, это только на бахче можно так. Ну, а шо? Шикарный вид. Девочки, надо худеть срочно. Ладно, по-другому сейчас, девочки, вот эти платки попробую. Девочки, а мне нравится. Смотрите, как я завязала красиво. Смотрите, здесь типа розочка. Видели, девочки, я какой дизайнер одежды. Девочки, что-то тут у меня. Прям густые волосы, сроду таких не было. Девочки, красиво. Скажите, на бахче. Это вообще шик-модер. Шик-модер. На бахче вот так ходить. Платок не могу найти. Сейчас платок еще найду. Вот, девушки. Девушки. Все, я готова к выходу на бахчу. В парадном виде. Видите? Не, мне вот это вообще не нравится, если честно. Бантик. Где были мои глаза? Когда я это покупала. Вообще не знаю, девочки. Шутся. Шутся, девочки. Ну, это только на бахче, ей-богу. Завязала вот так платок и пошла. Котов пугать. Девочки. Ой, муж сейчас. Говорит, дешевая одежда. Говорит, где ты это купила? Я говорю, я сама не знаю, где были мои глаза. Он говорит, дешевая, в смысле, не модная одежда. Вообще, девочки, это ж полиэстер. Положи туда. Спотеешь и будешь вонять. Это, говорит, ну, вообще сшито правильно, выкройка. Смотрите, плечики на месте. Девочки, сшито правильно, ну, цвет. И вот это вот, бантики вот эти вот, пуговички, девочки, я их пока застегивала, тут все поотвалилось. Все вот эти вот, какие-то тут нашиты каменья. Вообще смысл
Вот спрятано здесь, смотрите. Здесь спрятано, а здесь вон какой материал. Где были мои глаза? Неужели это я купила? Материал нужен сюда другой. Наверное, у меня было такое настроение. Не знаю. Муж говорит, даже на бахче не стыдно, говорит, тебе выйти. Смеяться, кто увидит, будет смеяться. Ну, правда, вот эта вот штуковина. Не знаю. Не знаю, девочки, где были мои глаза. Как вам? Напишите. Как вам мой образ? Вот это вот зачем? Что это за графиня? Графиня, девочки, что это за графиня? Графинюшка. Зачем это? Такой большой, тем более. Это что, павлиний хвост? Девочки, зачем это? Шутся было. А вообще сшито это все правильно вот здесь вот. Или под лицо все к лицу. Ну прям плечи на месте. Здесь прям вот, смотрите, еще же материал такой стретчевый. Девочки, живот большой здесь у меня. Конечно, нужны каблуки. Но панталон сюда вообще не подходит, вот эти. Сюда нужна какая-то юбочка, мне кажется. В общем, девочки, где были мои глаза? На бахче буду. Муж говорит, не стыдно тебе, не смешно? Очень, говорит, смешно. А что делать мне с ним? Не знаю. Девочки, муж предложил, девочки. Это, говорит, очень хорошо мерджимек положить. Сшить, говорит, мешочки. Сложить мерджимек. Очень, говорит, хороший мешок будет. Из хвоста-то вот этого павлиния. Ох, сколько мешков выйдет. Хорошие, говорит, мешки можно сделать для круп. А тряпка, говорит, половая не пойдет. Оно, говорит, воду сосать не будет. Поняли? Вот, девочки, смотрите. Вот это сюда подходит. Не, на свадьбу такую, знаете, можно сходить. На свадьбу-то. Любименька, смотри. Сюда. Пальтишко-то какое подходит. Оно такое темно-синее. Типа бархат какой-то или что это, я не знаю. О, девочки. Долой платок. А вот так как? Любименька, а вот это вот пальтишко-то смотри с этим костюмчиком хорошо. Вот, смотрите какой. Девочки, а так мне нравится с этим по бахче-то ходить. Богато. Вот сейчас именно по бахче вот так надо ходить. Вот в этом пальто, полупальтишко или как это? Как это, девочки, называется, я не знаю. Блестит, смотрите. Это не рюлекс. Это какой-то бархат. А так вот симпатично. Да? Бухату. На свадьбу даже можно пойти. Вот в этот наш. Дюн-салон Уфа. Вот так можно прийти. Но это именно вот в такую погоду. И в кроссовках. Ну а что делать? Снимешь меня? Девочки, смотрите, а мне нравится вот так по бахче. Очень даже. Девочки,
Очень красиво, смотрите. Павлиний хвост закрывает пятую точку. Павлиниха на бахче. На 8 марта, девочки, мне муж сделал кофе. А это атрибут. Атрибут это уже в прошлом. Девочки. Не, это богатый вид. Не надо мешочки есть. Мешочки для чечевицы еще рановато. Я буду на бахче гулять вот так. Вот сейчас бы вышла бы и пошла. Кофе муж делает, девочки. Сейчас будем пить кофе. Кофа. Кофа, говорит, буду пить сейчас. Девочки, эти кроссовки мне неудобные. Я не могу в них долго ходить. Кофа, говорит, буду пить сейчас. У Айдына спросила. Поздравил девушку с 8 марта. Девочки, ваше здоровье. Он говорит, поздравил. А, он говорит, да, ответил мне. Тебя, говорит, тоже поздравляю. Вот так вот, девочки. Первым делом. Девушки. Ну, а мамочка потом. Спасибо, любименька, такой вкусный. Кофе на 8 марта. Я уже вторую пью. Девочки, еще раз вас всех поздравляю. Да? Да, хватит уже. И сколько раз можно поздравлять? Сколько, говорит, раз можно поздравлять? Офигели вы, что ли, девочки? Мы, девочки, такие. Ой, блин, сколько воды тут поналила. Надо, девочки, поддержать. Ой, господи. Еще раз вас, девочки, всех крепко-крепко обнимаю. О, так павлиний хвост-то весь на полу болтается. Ой, подтерла павлиним хвостом весь пол. Все, у нас время. Дождь идет на улице. 12. Сейчас вот монтирую и загружу это видео. Вот такой вот 8 марта. Нарядилась на бахчу. Ну, на бахче дождь. Сидеть алмаз. Будьте здоровы, девочки и мальчики.